Общественники готовят коллективный иск в суд от лица красноярцев по поводу качества воздуха в городе. Их датчики сегодня фиксируют опасное для здоровья состояние атмосферы почти во всех районах. Красноярск уже не раз возглавлял список городов мира с самым грязным воздухом. Напомню, в городе продлен режим неблагоприятных метеорологических условий. Под черным небом нам придется жить до завтрашнего утра. А объявлен он был в минувшую субботу вечером. Активисты призывают горожан подписать коллективный иск, чтобы сдвинуть решение этой проблемы с мертвой точки. Мы с вами знаем, что всегда где-то загрязнений больше, где-то меньше, и мы хотим, чтобы система мониторинга давала именно нам эту информацию, причем в развернутом виде, не только, что чуть меньше ПДК или там чуть больше ПДК, а конкретно, какие абсолютные значения концентрации по всем значимым загрязняющим веществам. И именно иск должен быть направлен на то, чтобы людям была предоставлена информация. Когда эта информация будет предоставлена, люди уже смогут разобраться, какие предприятия, собственно говоря, и наносят основной ущерб здоровью. В то же время Министерство экологии и рационального природопользования сообщает, что сейчас в атмосфере Красноярска зафиксировано превышение взвешенных частиц оксида и диоксида азота в пределах 2 ПДК. В ведомстве рассказали, что в 2020 году в Красноярске провели более 750 плановых осмотров территории и еще 100 внеплановых проверок предприятий. По факту нарушений составляются протоколы и назначаются штрафы. Совокупная сумма наказания в прошлом году в Красноярске составила 3 миллиона 800 тысяч рублей. Типичные нарушения у нас состоят в том, что это вот обычно предприятия не имеют у себя вот инвентаризации выбросов, не стоят на учете как объекты негативного воздействия. То есть у них фактически отсутствуют планы по снижению выбросов в периоды неблагоприятных, это метео, это вот условия.